Привет, друзья, это Рома, владелец кофейни Cloud Coffee. Расскажи, где вы находитесь? Мы находимся в бизнес-центре Саммит, который находится по адресу 8 марта 51. На 18 метров. Вот это называется чудесный вид на город. Там видно ли? Да, там частично. Там частично видно. Или частично видят. А может, расскажешь, как вот мы у тебя делали оформление вот, в кафе, а как вот впечатление, что люди говорят, что понравилось, как с нами работать? Ну, вообще касаемо вас, сначала, во-первых, когда вы только начинали рисовать, я когда смотрел на все это дело, думаю, господи, что получается? Туда ли обратился, но как обычно, есть наброски и уже финишный вариант, а вот финишный вариант, он прям, ну, получился божественный, то есть я в восторге. Все, кто приходит, тоже, то есть, замечают, то ваш рисунок или картина, как правильно, картина, да? Картина. Изображение. Говорят, что вот. Да, то есть, мне всем безумно нравится. То есть, получилось очень круто. А где, может, классно. Посмотрим? Нас не слышно? Может быть, это потом, когда просто пройдемся по кофейне, снимешь просто отрывочками. А я думал, в одном дубле что-то делать. Ну, получилось очень то, что касаемо картины, чудесно. Вот. Вам спасибо, с вами легко. То есть вы пришли, все сделали, все классно, все круто, чисто. То есть мне понравилось. Спасибо. С тобой приятно, то есть у тебя так легко. То есть с таким отношением, как ты делаешь свою работу, да, то, что ты создаешь такое место, с тобой, ну, очень приятно. То есть приходишь и как вот. Не чувствуешь напряга, просто место идет какое-то очень лофт поток. Очень такой не дом, не кофейня, именно лофт, куда приходишь, такой вот, как домой, но не домой. У тебя стены разломаны, все под лофт. Все круто. Ну что, берем камеру, поснимай тогда. Пойдем, поснимаем? Или как? Можно в один дубль. Во, я сзади себя уже увидел, что вот есть над диванчиком вот такое вот. Это вот опять Рома. А здесь вот такой потрясный вид в окне. Вот здесь, вот если вы видите, здесь выгуливают верблюдов. Вот здесь. Вчера выгуливали. Выгуливали? Да. Здесь вот девушка лазила с веревками по зданию. В общем, потрясающий вид. Мы тут залипали по полной, особенно в день города, когда был салют или закат, это очень круто. Вот здесь ребята могут поиграть, посидеть. Привет, ребята! Здорово. Работают в Убрире. Мы ходим в один фитнес-клуб. О. А здесь вот лежит Ромка на чашечках, на книжечках, от которых идет пар, и читает книжку. В голове у Ромы вот такой взрыв, где чайка клюет космонавта, баян, телефон, тату-машинка, такой космос. Еще интересно, идет по стене трещина и трескается, и уходит просто по стеклу. Вот такой мощный рисунок.